«Сказка на ночь» и я, участница театральной студии «Молодые таланты» Саратова МТС. И сегодня я расскажу сказку «Рукавичка». Однажды возвращался охотник домой и потерял рукавичку. Он этого не заметил. А мимо пробегала мышка. Сначала испугалась, а потом сказала: «Будет у меня теперь тепленький домик». И залезла в рукавичку. И когда она только хотела лечь спать в домике, тут раздался крик: «Эй, там кто-то живет в рукавичке?» А мышка и отвечает: «Да, живет. Я мышка-нарушка». А лягушка говорит: «Пусти меня погреться. Более мне холодно в лесу белом». Пустила мышка лягушку. А мимо пробегал зайчик. И говорит: «Пустите меня, мне очень страшно в лесу, вдруг здесь где-то волк ходит серый». И сначала пожалели, а потом пустили. Ходит лиса мимо и говорит: «Пустите меня в теплое местечко», говорит лиса. А мышь и отвечает: «А зачем тебе к нам? Вдруг ты что-то заподозрила?» А лиса говорит: «Нет, вы что? Я же погреться хочу для дела. Я вам расскажу очень много историй». А мышка сказала: «Ладно, пустим тебя, но только без хитростей». Пробегает волк, да и говорит: «Рыжая, ты что здесь, в тепле? А я гоняю за тобой». А лиса отвечает волку: «Братец, ну ты что, мы тебя уже давно заждались». А мышка сказала: «Заходи, заходи». Потом пришел кабанчик и говорит: «Пустите меня, я тоже хочу погреться». А волк говорит: «Иди, и так здесь тесно». А кабанчик как захрюкает, как начнет землю рыть. А мышка говорит: «Ну, успокойся, кабанчик, мы тебя пустим». И подошел медведь, говорит: «Что вы здесь разлеглись? Вообще-то вы развращалица охотник. Вы что, совсем забыли?» А все сказали: «Ой-ой-ой, ай-яй-яй». И потом все разбежались, кто куда. Охотник сказал: «Вот она, рукавичка, больше я тебя никуда не дену». Взял и пошел, и говорит: «Что это здесь в лесу таком творится? Никого нету». Отвечает: «Всем пока! С вами была Альбина Купылова.